Всем привет, меня зовут Юля, и сегодня я расскажу вам про 5 отличных сериалов, на которые стоит обратить внимание этой осенью. Все они новые, достаточно разные, так что я думаю, каждый сможет выбрать себе что-то для просмотра. И первый сериал, о котором пойдет речь, называется «Страйк», это экранизация романов Роберта Гейлбрейт. Если кто-то не знает, это псевдоним, под которым детективы пишет Джоан Роулинг. Сериал, как и книги, рассказывает о расследованиях частного детектива Корморана Страйка. Он ветеран афганской войны, обладающий большой проницательностью и опытом, что помогает распутывать сложные преступления. При этом у детектива Страйка довольно много личных проблем, и моральных, и физических. На войне он потерял часть ноги. Как и положено хорошему детективу, у него есть помощник, а вернее помощница Робин. И хоть вначале такое предположить сложно, но постепенно они становятся практически Холмсом и Ватсоном. В сериале прекрасная атмосфера, холодный Лондон, неторопливое расследование, взаимоотношения персонажей. Говоря откровенно, на экране мне все это понравилось гораздо больше, чем в книге. Очень приятный сериал с качественной съемкой и саундтреком, то, что нужно для осенних вечеров. Я очень советую. Про второй сериал я собиралась вам рассказать еще в начале лета, когда посмотрела первый сезон, но хорошо, что этого не сделала, потому что атмосфера Ривердейла как нельзя лучше подходит именно к осеннему просмотру. Этот сериал основан на очень популярной в США серии комиксов про паренька Арчи и его друзей. Тихий провинциальный городок Ривердейл за своим фасадом таит множество секретов и довольно жутких историй. Нет, мистики в сериале нет, ну если только совсем слабые намеки, но атмосфера тайны потрясающая. В первом сезоне основной загадкой являлась гибель одного из учеников, парня из очень обеспеченной семьи. Из каждой серии раскрывалось все больше подробностей обо всех, кто был с ним связан. Сериал красивый, таинственный, где надо жутковатый, где надо милый. Если вы любите истории про маленькие городки с их тайнами, вам определенно понравится. Третий сериал в оригинале называется «Просто Ченс» по фамилии главного героя. У нас же его название адаптировали как «Доктор Шанс» с отсылкой на «Доктора Хауса», потому что там главную роль играет Хью Лори. На самом деле судебный психоневролог Элдон Ченс – полная противоположность циничного «Доктора Хауса». Он довольно мягкий, если не сказать бесхребетный человек, и поначалу не вызывает особой симпатии. Но чем больше его начинает прессовать жизнь, тем больше проявляется его характер. Можно сказать, доктор Ченс изначально пострадал именно из-за своей доброты. Он решил помочь пациентке с раздвоением личности. И это является одной из главных интриг первого сезона. На самом деле с пациенткой что-то не то, или же она и является главной преступницей и манипулятором. И не спешите выключать этот сериал после первых 20 минут первой серии. Он набирает обороты и становится, ну, очень интересным детективным триллером. Кстати, сейчас стартовал второй сезон. Четвертый сериал называется «Стальная звезда». Там главную роль исполняет Тим Рот. И когда-то я пристально следила за фильмографией этого актера, но потом... Любимый сериал «Обмани меня» закончился, я это дело забросила. Оказалось, что за последние годы он снялся во множестве интересных проектов, и вот как раз «Стальная звезда» – один из них. Это история о том, как бывший полицейский из Лондона вместе со своей семьей перебирается в городок у скалистых гор, чтобы возглавить местную полицию. Проблема городка в том, что неподалеку открыли нефтеочистительный завод, и всю округу наводнили иммигранты, спровоцировав рост преступности, в том числе наркоторговли. Сериал заявлен как криминальная драма, но по большей части это именно драма. Попытки восстановить порядок превращают жизнь полицейского в настоящий ад. И как же круто рассказана эта история и с визуальной, и со сценарной точек зрения. Нелинейное повествование, харизматичный главный герой, некоторая артхаусность всего происходящего. «Стальная звезда» цепляет вас с первых кадров и не отпускает весь сезон. И, наконец, последний сериал, о котором пойдет речь, это рассказ «Служанки» по роману Маргарет Этвуд. И вот с книгой у меня совсем не срослось, а сериал очень даже понравился. Действие в сериале разворачивается в недалеком будущем в республике Галаад. Она находится на территории бывших Соединенных Штатов Америки. Произошел военный переворот, и теперь государство живет по теократическим принципам. То есть все действия людей подчинены религиозным установкам. И это самая страшная антиутопия из всех, что я видела. В первую очередь из-за того, что обычная жизнь там рушится в одно утро. Буквально за один день в стране свергают правительство и устанавливают совершенно бесчеловечный режим, который прикидывается величайшим благом для людей. Хотя, по сути, единственные, кому хорошо при нем живется, это семьи офицеров, то есть правительство, тех, кто совершил переворот. И одна из главных проблем недалекого будущего – это бесплодие. Служанки – это особая группа женщин, которые, по сути, являются суррогатными матерями, и детей у них отбирают сразу после рождения. Повествование ведется как раз от лица одной из таких женщин. У нее до смены власти был муж, дочь, счастливая жизнь. И теперь она всеми силами пытается противостоять новому режиму.
Сериал жуткий, но очень интересный. И, кстати, в этом году он получил Эмми как лучший драматический сериал года. И, наверное, вам интересно, почему в этом списке нет сериала «Очень странные дела», про который я уже когда-то рассказывала и который очень сильно жду. Но про него постараюсь рассказать ближе к премьере второго сезона. А у меня на этом все. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!